Кошкинское интернет-телевидение. Давай немножко музыкальный справки немножко. Давай, центр!
Давай, давай!
Лёня, да не знаю!
Ну, ворота не прилетели. Беги!
Ну, чё,
Муниципального района Кошкинский. Но один спортсмен в номинации «Талантливые дети», в номинации «Спорт и туризм» сдавал в этот день экзамен. Сегодня этот спортсмен Павлов Дмитрий обслуживал этот матч, был судьей этого матча. Мы вручаем, Дмитрий, тебе диплом, денежную премию. Я думаю, символичная майка лето с футбольным мячом. Символ сегодняшнего матча. Просим пропагандировать вас, уважаемые спортсмены, в этих футболках. За игру «Лучший игрок товарищеского матча» в рамках открытия районного этапа областного турнира «Лето с футбольным мячом» награждается Мадьянов Евгений Прохорович. Он стоял на воротах как стена, но молодежь не дала ему. Спасибо, Евгений Прохорович. Также лучший игрок награждается Петров Александр, учитель физкультуры Новокармалинской школы. А так как наш матч был товарищеский, хоть и счет у нас 1-0, я думаю, что нет в этом матче ни победителя, ни проигравших. Огромное спасибо. Победила дружба. Награждаем команду учителей и директоров школ. Попрошу Наталья Николаевна, Виктор Николаевич, всем игрокам надеть медали. Андрей Петрович, Алексей Иванович, прошу наградить команду ветеранов также памятными медалями с логотипом «Лето с футбольным мячом» и дипломом. Это
А мы аплодируем еще раз нашим победителям сегодняшнего турнира. Спасибо за пример, который вы показали молодому поколению. Я думаю, что нам вот вообще очень понравилось. И это не последний матч, который мы будем организовывать. Спасибо вам за то, что вы пропагандируете спорт в районе. Прошу, уважаемые спортсмены, прошу пройти на центр для фото. Можете отдельно команды попозировать. Таким составом замечательным сегодня вы находитесь. Для фото прошу всех. Задний ряд немножко туда сдвиньтесь.